Представляем вам самый секретный дворец в России. Дворец Путина под Геленджиком. Вот он, прямо перед вами. Это самый большой частный жилой дом в России. Его даже особо не с чем сравнивать. Самые роскошные дома на Рублевке в несколько раз меньше. Deep, dark fantasies. Здравствуй, небо в облаках! Здравствуй, юность в сапогах! Пропади, моя тоска! Вот он я, привет, войска! Колдунья своего Хватит болтать, Римус! Давай убьем его! Подожди! Я устал ждать! 12 лет ждал! В Азкабане! Ля ты крыса, а? Вот это ты, Вадим, зря я всю ночь спасал твои бабки. Хуй ты их до завтра получишь, попереживай, сука, помучайся. Может, поймешь, что я твой единственный друг, а это всего лишь бабки. Бабки, бабки, сука, бабки! Сука! В этом мире есть два типа людей. Те, кто входят через двери, пижон с револьверами. Сережа, дело в шляпе. Нюхай бебру. Саня! Саня! Слышишь? Прости! Я не хотел это все устраивать! Нет, я не пидорас! Пойми, ну прости уже, наконец-таки, ради бога!